Груз на 20 миллионов рублей омского студента задержали с 3 килограммами наркотиков. Сам молодой человек признался, забрал сверток из закладки, чтобы передать его знакомому. Всего за 10 тысяч рублей. Но у полицейских другая версия. 17-летний студент занимался оптовым сбытом наркотиков. В этот раз он нес 150 тысяч разовых доз синтетики. Пакет с психотропным веществом он смог провести практически через весь город. Задержали курьера в подъезде его же дома. Уже возбуждено уголовное дело. Наркодилера проверяют и на причастность к другим подобным преступлениям. В соответствии с действующим уголовным законодательством, а также с учетом возраста, фигуранту грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. С началом года сотрудниками УНК МВД России по Омской области за причастность к незаконному обороту наркотиков на территории региона задержаны 4 несовершеннолетних. Ну а Следственный комитет проверяет инцидент с отравлением несовершеннолетних в Муромцевском районе. 7 воспитанников детского дома от 10 до 16 лет, самовольно покинув территорию учреждения, надышались парами бензина. Им потребовалась медицинская помощь. В настоящее время проводится проверка. Жизни детей сейчас ничего не угрожает.